Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Посмотрите, какая красота, ребят. Все, в Сочи начался сезон. Сюда начинают приезжать красивые, успешные, богатые, состоятельные люди. Катаются на шикарных яхтах, живут в потрясающих апартаментах, кушают во самых вкусных ресторанах. Но наш сегодняшний выпуск не о них, а о тех людях, которые совсем скоро станут такими же красивыми, успешными, интеллигентными. Про Каху и Серга, ребят. Пройдет совсем чуть-чуть, буквально 1,5 миллиона лет, и мы уже точно так же будем говорить о них. Ребят, это непосредственно Каха, и мы вас снова хотим отправить в сумасшедшую жизнь наших обезьянок. Все, и балдеть ее, балдеть! Здорово, братан. Что случилось? А собаку дежурную спиздили, братан, которая наркоту ищет, представляешь? Меня мусора уволят с работы, братан. Мне нельзя увольняться, меня пахан, дурку сразу даст. Я здесь под прикрытием, братан! Я понял, не нервничай, кто украл? Я ебу, кто украл, блядь. А где Каха? Часа 4-5 назад пропал где-то, братан. А собака когда пропала? Тоже 4-5 часов назад пропала. Здорово. Тебе не кажется совпадение странным? Насчет чего? Уйди нахуй тоже со своими загадками, блядь. Боня! Ничего себе! Молодец. Ничего себе! Здорово, Кат! Ты зачем у Жульверика собаку украл? Это собака всю наркоту в городе нашла, блядь! Молодежь ходит, даже хуи у них не стоят, блядь. Своих тёлок ебать перестали. А так мы все закладки с Бурничкой нашли. Теперь они хоть тёлок своих ебать начнут. Хоть футбол, блядь, будут играть, блядь. Пиздец, целый отдел по борьбе с наркотиками. Наркоту, блядь, не могут найти. По телевизору показывают, борются с наркотиками. Вот одна собака, блядь, две извилины. Блядь, мам выебала всю наркоту сразу за секунду. Молодец, хорошая собака. Ну ты видишь, получается, перед летом прям весь город от наркотиков очистил. Да, мы спасли весь город от наркотиков. Сейчас же лето, да уже? Да. Бля, пора тёлок жарить, сейчас все бздышки же пришли уже, бздышки приехали в город, блядь. Пора тёлок снимать. Пойдём к Сергу, понял? Серго! Братан! Смотри! Смотри! А? Сезон начался! Начался! Выходи, братан! Сезон начался! Девчонки начали, братан! Ого! Давай быстрее тёлки с Воронежа уже приехали, братан! Тёлки, говорю, с Воронежа приехали! Братан, они уже чувствуют, что мы в город выходим! Пойдём, братан! Каха! Когда-нибудь тёлку ебал? Ну да. Прямо в пизду? Ну да. Охуеть. Да? А зато я научился делать страстный секс. Это как? Смотри, подожди. Дашь мне, сучка? Ты чё, блядь? Каха! Кого, блядь, нахуй на камеру шамарь, да? Кого ты шамарнул на камеру, блядь? Удали нахуй это, блядь, я сказал! Да я не снимал, удали, да блядь, я не снимал! Блядь, да. Всё, ну. Раз, блядь! Успокойся, всё. Пожалуйста! Всё, Серж! А. Алло, да! Что, блядь? Да. Тебе 30 лет, да? Ну, допустим. Ты да, что, ну, ни да. разу тёлку не трахал? Ну, на туре говори! А что? Ну, братан, это сейчас 30, в 2009 мне было 20. Ну, сейчас 2019? Карты с ними играли, сейчас долго. Да хуля там 10 лет туда-сюда, по-братски, блядь. Алло, давай. Серго, прикинь, Гурам умер, пойдем на похороны. Нет, братан, я бухать не хочу. Тем более он меня не позвал. И меня не позвал. Хуля, они умирают и не зовут, блядь. Хуй его знает, пидорас, а ну. Так и скажи. Алло, Вадик,
А какого хуя Гурам нас не позвал на похороны? Скажи, перед смертью не мог позвонить? Ты не мог перед смертью позвать? Я хуй без приглашения приду. Конечно. Я что, блядь, конченый, блядь, какой-то? Давайте, блядь. Ёпта, мы воспитанные ребята. Я не последний, блядь, человек в этом городе, чтоб меня... Чтоб ты знал, я без приглашения никуда не хожу. Ты конечно понял, братан? А, кстати, оператор. Давай. Я один раз во сне Милагрош помню. Серго, давай быстрее садись. Поехали, говорю, тёлка. Всё, никаких пауз, едем сразу. А нахуя тебе лестница, долбоёб? А вдруг нам куда-то залезть придётся? Куда нам придется залезть, кретин? Бля, Каха, ну не нужна, не нужна, мне не сложно его оставить, я его все ебал. Ты что, братан, блядь? Каха, вон девчонки, давай. Здорово. Здорово. Ты говори, по-братски. Да ты говори. Ты говори. Девчонки, садитесь, покатаемся. Поехали. Сели. Здрасте. Привет. Привет, привет. Меня Каха зовут. Я хорошняк, пацан, волк по жизни, косяков за спиной не имею. То же самое, только Серго. Я всегда с буксами трогаюсь, если что. А, девочки, а вы пьете? Нет. Курите? Нет. Каха, они не пьют и не курят. И что? Как что значит не чпокаются? Суруйте нахуй отсюда! И засуньте свою любовь себе в очко! Пока, девчонки. Ебать, солнце печет, Каха. Как думаешь, сколько километров до солнца? Я думаю, если по прямой, братан, километров 50-60 максимум. Охуенно так далеко? Да. Она, ты знаешь, насколько б я не был пьян. Она, это музыка, братан. Здорово! Здорово! Где кайфовали? Привет! Гурам же умер, вот. Да. У него на поминках с пацанами немного выпивали. А, понял. А вы чё такие грустные? Сезон начался, а тёлок нет. Да. А, в Сочи новое место открылось, там сейчас и тёлок. Что за место? Москальян называется. Там местные тёлки там или приезжие? А все какие хочешь сейчас там. Поехали, кинцат, братан. Спасибо. Сао, музыка. Обращай. Ты куда? Я по городу, братан. Как 93-й маршрут, по городу. Агаршаку привет, музыка. Вот это место. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Мы хотим у вас кальянной кайфовать. У нас кальян 1200 рублей, но в среднем, в зависимости от ваших вкусов, 1700 рублей кальян. Что, бля? Как нахуй надо за 1700 рублей я 25 литров бензина куплю, бля? Иди сюда, сука, заткнись и не позор меня. Чё? Здесь тёлки сидят, тупицы. И что? Как что, бля? 1700 рублей. Бля, ты чё дрочишь, бля? За 1700 рублей, да? Братан, оставьте на нас один столик. Мы подъедем чуть позже. Вы точно приедете? Братан, Каха сказал, значит, Каха приедет, братан. Так вам забронировать? Нахуй нам бронировать, мы никого не боимся, блядь. Тупой, блядь. Он говорит бронировать столик, блядь. Нахуй нам бронировать столик, да ты тупой. Ты что, дебил, блядь? Он имеет в виду занять стол, чтобы никто не съел. Какой занять? Он сказал бронировать. Я имею в виду занять, блядь. Это вообще так в ресторанах говорят. И бронирование, знаешь, что это? Бронирование, бро, это другое бронирование. Пуф, живой, блядь. Бронь, от слова что? От слова бронь. Бронежилет. Блядь, я тебя сейчас вырублю, сука. Бронь, от слова бронежилет. Жми, блядь. Какой, блядь? Не знаю. Что нажать, блядь? Бронь, от слова бронежилет. Ну как бронь, от бронежилет? Вот так, блядь. Да, блядь. Да, блядь. Да, Каха. Алло, Ереван, привет. Здорово. Ты в Краснодаре? Да, Каха, в Краснодаре. Братан, приезжай в Сочи, у меня тут дело есть на 1700 рублей. Ха!
дело на 1700. Дай 1700 рублей. По-братски. А! Ты что, ненормальный, что ли? Я опять из-за этого приехал. Марьяна беременна, с детьми в маршрутке домой поехала. Я приехал, чтобы ты у меня... Стой! Ты... Я же сказал дело на 1700 рублей. Дай мне 1700 рублей. Я что, тебя обманул? Я думал, я приеду, ты мне дашь, как-то. Мне похуй, что ты думал, блядь. Камера, ты что, ненормальный? Ты же среди них самый адекватный. Не мог мне по телефону кричать. Не надо, Ереван, не едь сюда, это фаршмаки. Машина, выйди, зараза. Обожаю, блядь. Соси наш хуй, наш хуй соси, наши хуи соси. Ереван. Нахуй. Ну ты меня, ну что ты обижаешься? Я, блядь, тебя звал, что ли? Ереван, они ключи забрали. Питарас какой, ты хитрожопый. Ключи с собой носит он. Музыка! Музыка, братан! Как дела? Нормально, братик? Твоими молитвами. Все хорошо, музыка? Да. По-братски, ахпор без положняк хуёвый. Займи 1700 рублей. Я через год отдам. И откуда, братуха, у меня 1700 и в своем уме? А что делать? Слушай, а это, пойдите в этот вегетарианский ресторан. Там они мясо не хавают. Да слабенькие. Ну, побейте кого-нибудь, заберите бабки, да и все. Тема реальная, да? Конечно. Да, да, я просто знаю. Просто простовая. Че, какая национальность говоришь? Вегетариане, ну. Каха, вот это место, они вот здесь собираются. Да? Да. Только можно я вырублю того, кто выйдет? А ты сможешь, братан? Кого-кого, веганов, конечно, могу. Все, идем, братан. Идет, идет, братан, давай, давай. Извините, можно вас? Ты че? Стай, не мясо хавал, да? Он наебчик, он мясо хавал. Ты нормально? Люди! Он не из вашей тусовки, он вам врет, он мясо хавал. Он не из вашей тусовки, он мясо жрет, я по удару вижу, блядь. Бог солнца тебя накажет. Пойдем, братан, вставай. Гандон 100% утром котлету какой-нибудь припиздит и хавает, блядь. А в свой рот ебал, не дано нам с тобой летать, блядь. Всю жизнь будем как черви ползать, братан. Каха, я тоже твой рот ебал, но, братан, не переживай. Я тебе отвечаю, судьбой так предначертано, что мы должны всю жизнь без тёлок наяривать дома втихаря, когда родители на работе или когда дед спит. Ты чё, ебанутый, блядь, я же слово дал, что приеду. Если я слово не сдержу, что обо мне в городе люди подумают, блядь. Это что? Это что? Это что, блядь, мусора? Мусора? Да. Прячь куда-нибудь, блядь! Нифига. Братан, спрячь куда-нибудь! Весь лет наши сутки! Спрячь! Пойдем унитаз, это! Спрячь нахуй! Какой нахуй унитаз, ты ебанутый в этом доме, блядь? Унитаза отродясь не было, выгребной туалет на улице только и все, блядь. Ну туда отнеси, блядь! Не знаю, ванну отнесите! Еще, а говно наркоту кинуть! Позвони в Америку, блядь! Блядь, я спрячу. Ёб твою маму, иди мне, блядь, меня из-за вас тоже посадят. Спрячься, долбоёб, спрячься. Блядь, блокировка ёбаная, блядь. Каха, что ты делаешь? Я палец ноги сделал блокировку, чтоб тёлок не палило. Алло. Алло. Жюль Верик, братан, тут мусора приехали, а у нас чуть-чуть наркоты, братан, на столе. Жюль Верик, по-братски, люди кричали, блядь, что 160 лет, мне 60 лет, со своей работы. Тихо, ора, я четко знаю, что я делаю, слушай, успокойтесь, тормознитесь, о. Дайте мне 10 минут, я маму тоже не выйду это, братуха. Давайте, по-братски, ну, 10 минут, 10 выручи, минут, давай, по-братски, пацаны, выручай, 10 братан. Минут. Выручай, братан. Давайте, Сава, братцы, Сава, от души. Пацаны, это не шутка, если он нам не поможет, нам реально пиздец. Чё ты нагнетаешь, он в охоте. Я не боюсь. Оля, это что такое? Иди сюда, слушай. Оля, в натуре меня походу трясёт или мне кажется, Оля. Оля, в натуре назревает меня походу. Это кто положил, шмаль, это детский сад, а? Вот это что такое?
Вот это интересно. Пора, наверное, это мой рай. Сейчас это я все долблю. Алло. Ура, послушай, я не занимаюсь больше матрешками. По кайфу, блядь. Просто кайф, мать. Просто кайф, убило. Убило вас, пожалуйста, убило. Ура, это чай, что ли? Право, похоже, или это спайс? Что ты такое? Что ты такое? Это для меня обрадивать. Молодец, вода, им более гнездо, я сейчас тебя раскрою, там сюрприз, что ли, да? Хайте, пацаны, хайте, здесь сейчас будет жара, да? Ура, пошла, пришла моя золотая, слушай, остановись вот здесь. Подожди, вот это что такое, мать, пропустил я? Порвало, пацаны, порвало! Ну быстро отпустила. Ора, баба, ора, колеса, ора, приход, бом, чур. Он заткнулся. Жюль Верри! Жуля! Что, блядь? Ничего себе. Братан! Все нормально? Да, конечно, нормально. Слушай, я так по-другому. Братан, Саву, что помог, Саву, а клянусь Саву, брат. Да не за что, брат. Дай тебя поцелую. Когда спасибо. Такая хуйня, зовите всегда. Не Сам. Позовете, я обижусь я. Как Сам. Мы можем тебя отблагодарить? Ура, по-братски, собаку найдите мою, а? Меня начальство уволит, она братан, уже. Братан, я твою собаку уже нашел, брат. Подожди, а если найдем, ты нам вознаграждение 1700 рублей дашь? Конечно, ура, конечно. Ора, это моя собака, дай сюда, слушай. Вначале бабки, братан, 1700. Да если ура, здесь твои бабки, на, возьми, слушай, быстрее дай, быстрее, мальчик. Дай эти собаку сюда. Ора, ты чё? Там 1700? Ура, мой золотой имбубушец. Жувели, а варят, братан, меня твои тачки, поедем, пока тёлок подцепляем. Нет, ура, слушай, она ворованная, подожди. Нам похуй на мусоров, братан. Конечно. Ну тогда езжайте, слушай. Ну, все, да, давай. Давай, братан. Ты нам конкретно выручишь. Давай, бармен, тащи пустой стакан. Чтоб я не смог напиться на повал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян, тебя я никому тут не отдам. Слышишь, я не отдам. Тащи пустой стакан, чтоб я не смог напиться на повал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян, тебя я никому тут не отдам. Слышишь, я не отдам. Вместе мы в паре и в голове туман. То, что мы рядом, казалось ядом нам. Через толпы людей в темноте я к тебе тихо тлей, не угасай. Память на фото тут предлагали. Все, что осталось от этой ночи нам. Вкус медовый в стакане, что скрывает, узнаем. Темнота для меня. Молодые люди, ваш кальян уже потух. Поставь на зарядку, нельзя? Еще будете заказывать? Братан, дай время подумать. Хорошо, я приду через пару минут. Через полчаса, братан. Ладно. Что делать будем, братан? Я не знаю. А, я придумал. Подожди, сиди здесь. Каха, смотри прикол. Откуда у тебя бабки? Какие нахуй бабки? Я шлангом подключился к их кальяну.
пиздец, ты гений, братан. Философ. Да. Братан, только есть один нюанс. А, какой? Короче, надо с ним так курить, чтобы не спалиться, чтобы нашла. Понял? Это как? Ну вот смотри сейчас. А. Да. А ну я тоже включу. Смотри, когда он делает. Все, дай мне. И вот так бесконечно вылезли. Он за его счет, блядь. Лоб. Чистый лоб. Только не спались, блядь, не спались. Ну, так надо курить, братан. Такт это когда с ним вместе. Так называется слово. Кайф, нет? Да. Это гениально, Серго. Хоть бы они никогда не ушли. Чё-то я заебался бабки тратить. 6 кальянов выкурили, да? 7? Да, вот тот тип же за тем столом тоже заказал. Да? Да. Охуеть. Да, это похуй, ладно. Поехали с нами на кабрике, покатаемся на Мерседесе. Поехали? Поехали. Поехали, Настя. Коха! У нас же там всего 2 места. По-братски заткнись, придурок. Как? Поехали, девчонки, сейчас крышу опустим. Каха, братан, смотри. 2 номера, братан. Один с душем, второй без. Ты какой будешь брать? Который с душем? Отличный выбор. Пойдем. Быстрее, давай, ты будешь все. Не завидуйте. Блин, иди сюда. Чисто астрал, блин, блядь. Мне кажется, они ламинат кладут. Да? Смотри, смотри. Зачем тебе аджика? На дидюл намажу, что порало, братан. Что там уже бактерии убивают. В смысле бактерии убивают? Ты что думаешь, наши деды знали, что такое мирамистин? Пиздец! Ааа! Чёрт меня, сучка! О! Я всё! Каха! Каха, это лучше, чем курицу шпили! Желание бешеное. We'll be right back.